Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр прошлых серий. С вами снова я, Дезертир, и мы продолжаем. А, ты получил наше приглашение. Добро пожаловать в Горнило. Здесь сильнейшие проходят испытания, слабые же гибнут. Горнило. Надеюсь, что я не слаб. Очень на это надеюсь. Ну что ж, поболтаем с ним. Позволь мне рассказать о правилах, которых немного. Чем больше созданий ты одолеешь, тем дальше пройдешь в горнило. Время от времени тебе будут предлагать награды. Если примешь награду, тебе придется уйти. Если не примешь, сможешь продолжать. Проиграв, ты не получишь ничего. О, и еще кое-что. Никто не доходил до конца, кроме меня. Хочешь ли ты войти? А, ты хочешь сражаться сначала? Смелое решение. Так. Ну что ж. Где же твои воины? Кто будет следующий? Ну что ж, пока неплохо, но в целом мне не очень нравится, как я прохожу без урона в кавычках. То есть урон-то я все-таки получаю, и это не очень хорошо. Волна 4. Прости, дружочек, но не судьба. Кто следующий? Волна номер 5. А вот это было уже больно. Почему-то мне кажется, что их 2. Да, я понял это. Это было уже жестче. Его упорству можно позавидовать. Тебе удалось выжить. Пока. Ты желаешь награды и свободы или же новых испытаний? Он решил сражаться. Ну что ж. Волна номер 6. Ладно, посмотрим, на что способны эти засранцы. О май гад. 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 Май гад. О май гад. Я думаю, мне будет больно. Волна 7.
Грустненько. Ладно, ждем новоприбывших. Волна 8. Ауч, мне будет больно. Это я чувствую, не пройду. Слишком жестко. Ну, хп на самом деле мало. Ладно, попробуем сейчас восстановить. Икс и Игрек. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Так. А вот сейчас будет жопа. Мне придется идти. Ну хотя бы одного из них надо убить. Не место для лошади. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Мне нужно больше ярости. Неузданный мститель, вот как. Тебе удалось выжить. Пока. Ты желаешь награды и свободы или же новых испытаний? Учитывая, что у меня нету здоровья, я возьму добычу. Вот и награда! Потому что было бы у меня здоровье, было бы намного проще. Но здоровья у меня нет. Что же мне дали за плюшечки? Давайте глянем. Говнецон, 12 уровень. То есть я вот эту хрень всю проходил тупо для того, чтобы у меня было что? Ничего, что ли? Или что вы хотите этим сказать? Это не круто, друг мой. Всего 4 волны, по идее, будет. С чего ты желаешь начать? Я начну сначала. До следующего раза. Грустно. Что это такое за фигня? Ну, не знаю. Короче, вот такое вот горнило. Ты просто проходишь и начинаешь бить, 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 и бить, и бить, и бить. Штука очень прикольная, на самом деле. Так, и мне дали еще вот такую... Такое оружие. Ладно. Нам нужны какие-нибудь новые хорошие косы. Так, следующие 200 ярости, косарь урона. Так, надо, кстати, вот здесь вот выбрать ЛБА, типа жатву. Ладно.
Ну, прикольно, арена мне понравилась. Надо будет сюда наведаться и как-нибудь постараться пройти все это дело. И я думаю, тогда будет нормуль. Пока выходим из горнила. Чё у нас? Чё мне ещё делать? Долина смерти, древо. Врата в кузнечные земли. Мне по-любому нужно будет пройти вот эти врата. Древо жизни. Дабы потом тупо телепортироваться. Так, пока с общей карты. К нашим замечательным друзьям. К Трикамень. И надеюсь, это того стоит. Я надеюсь, что он мне что-нибудь полезное выдаст за прохождение этого квеста. Я не сказал бы, конечно, что он... Вау, какой сложный, да, но все же. Ну, вали. Дружочек. Я нашел Аргула. Когда-то он был королем мертвых. Надеюсь, ты не забыл поклониться перед тем, как убить его. Однако еще найдутся существа, которые не слабее тебя. Так вот почему он мне люлей-то дал, да? Этот тренер ничему больше меня научить не может. А, грустно, друзья мои, грустно. Так. А, что мы можем с вами сделать? Что мы можем с вами сделать? Мне вот не очень понятно, почему здесь всего... Всего три камня. Это очень мало. Ента очень мало. Тебя что? Что было старым, стало новым. Не стану тебя отягощать, всадник. Конечно, спасибо тебе. А, я думаю, что вот так будет нормоль. А еще я не помню, но, по-моему, нам можно было... пройтись дальше. Так, а он, по-моему, внутрь ушел, да? Вроде как. Ну, в крайнем случае, если что, я просто отсюда депнусь, да и все. То есть вообще не проблема. Ну да, кто-то там. Внутри есть. Малыш вот этот. Не знаю, я же сопляк. Ну да, ты сопляк. Кузница творцов. Ага. А, осмотрись получше. У нас есть новые товары. Ну, чё-то как-то пока... Все то, что у меня есть, получше будет. Ну, за исключением вот этих доспех палача, в принципе, да, то есть тут они прям хороши. Отличное вложение! Так. Смотрим, что мы там купили.
налить, почему нет? Мы станем, по идее, мощнее. Не сильно, но хотя бы. Хотя бы что-то. Так. Тут можно перейти дальше. Угу. Змеиный фолиант. А что там со змеиным фолиантом? Что он от меня хочет? Ну-ка, давайте-ка подойдем к змеиному фолианту. Задание у нас осталось на чуть-чуть. Больше ничего. Только то, что было. Если ты на меня не встретиться с порчей, прими мои подарок. Те доспехи выкуют великим кузнецом прошлого. Могут защитить от сил, все дела там. Ну вот ради интереса просто, да? Вот что? Палец Максима. Окей, оружие немыслимой силы, забытое на долгие века, когда им владел древний военачальник, память о котором уже давно канула в лету, и который заточен где-то под мертвыми равнинами. Немногочисленные упоминания о нем начертаны на лезвии этого оружия. Ну, допустим, не, я просто хочу хотя бы одно оружие там вскрыть и посмотреть, насколько оно мощное. И оно не мощное, оно на пятый уровень, оно просто говнецо такое. Вот, как, собственно, и большая часть того, что нам вообще дают. Ладно, ничего страшного, я думаю, не будет в этом. Так. Куда мы с вами пройдемся? В плавильне мы вроде как были. В котле мы тоже были. В шраме мы тоже были. Да мы, в принципе, везде были, да, как бы, да? Вот. Фьорды, хренорды. В горниле мы тоже были. Ливневый форт. Я вот не знаю. Давайте попробуем все-таки завалить этого здоровяка. Я думаю, что мне дадут продолжить мои похождения, дадут закончить квесты, и пусть, ладно, пусть будет это финальной серии, ну, ничего страшного. Ну, финальной серии сюжета, естественно. Итак, источник душ. Тьма веет вокруг. Тебя не удивляла смерть, почему ты цел и невредим, а все вокруг тебя сохнут и гниют от порчи? Не потому ли, что ты уже был отмечен грехом предательства? Как ты можешь победить то, что уже поселилось в твоем сердце? Ты не сможешь остановить меня, не обрекая свою душу на вечные муки! Значит, так тому и быть. Как я уже говорил, он очень похож на горошек адского крика, что было. Так, тихо.
мне придется идти одному. Ты будешь очищен! О, а почему моя атака не сработала? Вот сейчас не понял. Так. Чё за подлость? Воу-воу-воу-воу-воу, ни хрена себе. Я слабел, брат. Так. Ай-яй. Боль, 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 боль. Недостаточно ярости. Хотя бы не такой стрёмный теперь. Наверное, мне так кажется. Нет, я был не прав, он все равно стрёмный. Мне нужно больше ярости. Ай. Ну, я думаю, что мы его сможем все-таки отхреначить. Плюс-минус. Зачем тебе больше ярости? Недостаточно ярости. Ай. Ты будешь очищен. Мне нужно больше ярости. Возьми меня за руку, брат. Источник душ. Я убил Авесолома. Остановил порчу. И вот я стою перед источником душ. И понятия не имею, что мне делать дальше. Очень просто. Очень сложно. У меня неподходящее настроение для игры в отгадки, ворон. Можешь воспользоваться силой источника и возродить мир людей. Или можешь воскресить Нефилиму.
Но знай, что выбрав одних, ты навсегда поставишь крест на других. О. Мой брат — война. Я буду защищать его. Чтобы вернуть людей на землю, придется чем-то пожертвовать. Из смерти родилась жизнь. Человечество возродилось заново. Но путешествие смерти не закончилось. На истерзанной земле его брат Война покончил с разрушителем. На тебя начнут охотиться. Наверняка Белый город, Совет найдутся и другие. Ты собираешься воевать с ними в одиночку? Нет. Не в одиночку. Война сломал тебе печать, перестав всадников апокалипсиса. И всадников всегда будет четверо. Ну, собственно, на этом оригинальная история серии Darksiders заканчивается. Поэтому рад был, что вы присоединились к моему замечательному прохождению. Но это далеко не все, что я хочу показать в Darksiders, потому что я хочу еще выполнить пару интересных квестов из разряда найти гномов, найти книжки, найти хрень и прочее подобное. Все это я буду выпускать по ходу действия до начала 27 ноября. 27 ноября я надеюсь, что я все-таки смогу записать третью часть. Поэтому ждите, надейтесь, верьте, а сейчас просто оставайтесь и послушайте замечательную музыку вместе с замечательными титрами. Да ладно, шучу, их можно пропустить в принципе, но почему бы не оставить последнюю серию?